Всем привет! Сейчас уже вторая половина дня. Мы проснулись после нашего длинного дневного сна. Вот я решила поснимать видео, поболтать с вами. Да? Тимка поспал, у нас зубы режутся. Я сейчас покажу, как у него десна выглядит. Это просто кошмар какой-то. Жалко, так Масика. Да, спим мы беспокойно. Очень беспокойно. Их. Вот, я хотела вам еще показать такую штучку. Это слинго-бусы. Тиму подарила на 6 месяцев девочка, ВКонтакте мне написала, если кому интересно, я оставлю ссылку внизу. Я посмотрела, она делает такие классные штучки, ну вот смотрите, вы видите, это тигренок, тигренок-котенок наш, Тим, и знаете, как они классно пахнут, у меня с баней ассоциируется почему-то, пахнут можжевельником, прям очень классно, то есть это натуральное дерево, прям все такое натуральное, и тигренок. Тигренок, такие штучки. В общем, Тиму очень нравится их, в общем. И Декстеру нравится, всем нравится их. Крыс, потому что они такие яркие, тут всякие текстуры разные. Да? Сейчас будем кушать. Днем мы не успели покушать, сейчас будем кушать цветную капусту. Да? И мама, отдай. Что это у тебя? Неси. Что это у тебя? Неси, скажи, мама. Га. Ой, ну-ка, кому я зацелую? Кому я зацелую? Никому не показываю. Ну, дай посмотреть. Ну, дай посмотреть. Вон, видите, какая краснючая десна. И там уже лунка появилась. Ну-ка, дай посмотреть. Дай посмотреть, дай посмотреть. Дай зубки посмотреть. Буби-буби. Ах, моя. Вот, надеюсь, вы увидели, что у него зубами. Вот, у меня еще есть слингобусы. Это резиновые, эти у меня на выход. Ну, как-то он их иногда жует. В них очень большой плюс, что их можно замораживать. Что они становятся холодные, и, в общем, их можно мыть с мылом. Классно. А вот эти он любит играться у меня дома. Вот, прям ему очень нравится. Хотела вам показать одну штуку классную, которую я купила. Смотрите. Это такой корсет. Называется Waist Trainer. Waist – это талия. То есть создатель талии. Пересмотрел кто-то, да, Инстаграм Ким Кардашьян? Да. Например, сейчас очень модно в Америке. Я, когда в Майами была беременная, там очень много народу ходит в вот таких вот штуках. Называется спортивный корсет. В нем можно гнуться. Все, я, пожалуйста, нагибаюсь во все стороны. То есть он такой латексный. Вот такой вот корсет. Он... Здесь три ряда пуговичек, таких вот застежек. И, соответственно, выносите и постепенно, потихонечку его сужаете. Не знаю, насколько это там хорошо работает, но вот проведу на себе эксперимент. Надо носить это сначала привыкаешь 2 часа в день, потом 4 часа в день, и потом уже носить его целый день не снимаю. И вроде как потом заказываешь корсет меньше. Но это именно вот для формирования талии, потому что что-то с талией у меня после родов беда. То есть вот как-то я прямая стала. Ну, посмотрим, как этот корсет на меня повлияет. И, в общем, наконец-то мы идем делать пюрешку. Идем все. Так, мальчики, собрались. Лапы в руки. Кто у нас не подстриженный? В выходные идет стричься. Да? Перед поездкой на майские идет стричься, чтобы красиво поехать на майские праздники отдыхать. Да? Собака. Все поют красиво. Смотрите, у меня хвостик коротенький стал. Красота. Мне нравится, что волосы такие свежие. На самом деле, я раньше очень переживала насчет длины. Но сейчас вообще не переживаю, потому что большую часть времени я в хвостике хожу. Тимка, ну-ка покажи. Тима. И, ну-ка покажи, как ты умеешь. Где? Катя, 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 давай. Катя, Катя, Катя. Сейчас будем готовиться. Пюре из цветной капусты. Я на пару приготовила цветной капусты чуть-чуть. Нет, пока этого есть не будет. Сейчас я тебе приготовлю и будем кушать уже пюресику. Дальше я кладу эту маленькую чашу блендера своего, наливаю немножко водички и быстренько-быстренько включаю, чтобы Тимка не заплакал. Он нас боится, блендера. Ну, вау! Да, сейчас дам тебе, конечно. Пюрешка, пюрешка.
Классненько, как пюрешка. Будешь? Вкусно. Судя по твоему выражению лица, ты не в восторге, не? Ты так подозрительно кушаешь это. А мне нравится. Сладенько такое. Что это такое? Мальчик дорогой мой, золотой мой, пользунишка. Я тебя вообще-то одеть хотела. Одевают, спасите, помогите. Добрые люди, мама, одевают футболку. Опять. Я скажу, ей не мёд-то. О, пузик. Корабль, корабль мой. Хлопина, хлопина, привет, привет. Мы пока снова переселились на наш игровой коврик, потому что Тимке очень интересно его рассматривать, ему проще на нем ползать. А мягкий пол у меня вот под тумбочкой лежит, и, собственно, я его иногда достаю, иногда убираю. Ну, то есть, он у нас ползает все равно на полу, поэтому пока я его убрала. Вот я думаю, когда он начнет более уверенно ползать. Да! Здесь так эту игрушку. Так, вот так ее. Ага, вот так. Молодец. Умничка, мой котенок. И ты умничка, Декстер, обросься, наша собака. Помыла его на балу. Он сходил в туалет. Он у нас мокрый. Что я его помыла. Да, Декстер? О, Тимка ползет к штативу. Я купила крепление на штатив для... Вот он штатив трогает, да. Я купила крепление для телефона на штатив, чтобы удобнее было снимать на телефон. И вот Тимка добрался до штатива. Ну, конечно, скажи, ничего не мне, что ли, покупали? Все, халява у меня закончилась. Тимка начинает ползать. Угу. Шелопопина. Шерлопоп мой. Что это штатив, да. Ножка от штатива. Очень интересно, скажи. Вот. Декстер, все. Твое спокойное время закончилось. Ну, это маминые носочки не надо. Не надо. Да, конечно, ты хочешь что-то съесть, я знаю, нет. 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 Ну, а пока сынуля развлекается
со штативом. Я хотела вас спросить, в принципе, сейчас уже середина апреля, скоро май, майские праздники. Какие у вас планы на майские праздники? Особенно интересно, те, кто с малышами маленькими, расскажите, пожалуйста, что вы будете делать на майске, может, поедете куда-нибудь? Какая ручка, интересно, за нее же схватиться, наверное, можно. А у нас телевизор стоит, надо будет вешать его. Да. Вот папе работу придумали, повесить телевизор на стену. Да. Эй, соседи, эй, приходите в гости. Ну, Кладя, бу-бу-бу, я сделаю как... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Ги-ги-ги. Бу-бу-бу-бу-бу. Сейчас я тебя всего скушаю. Сейчас я тебя всего скушаю. Привет! Привет, мой хороший! Привет, мое солнышко! Привет, моя радость! О, моя любимая передача идет. Сырен понарошку. Мама сегодня... Мама, партнерские роды у нас. Сейчас обсуждают партнерские роды. Как вы, кстати, к этому относитесь? В Америке вообще очень популярны партнерские роды. Это как бы как норма. Все практически рожают с мужем. Но вот у меня муж на самих родах не присутствовал. Он у меня был, когда у меня были схватки, когда была подготовка к родам. Вот пока у меня Тим рождался, у меня мама была со мной. Но это тоже считается партнерские роды. Раньше этот канал назывался «Мать и дитя», сейчас называется «Мамой». Там очень много передач как раз для нас, для мам, про малышей. Там еще идет школа доктора Комаровского, которую все очень любят. И там еще очень классная передача, что-то 18 детей — это не предел. Представляете? 18. Что-то у меня сейчас не очень хорошо получается снимать отдельные видео, потому что Тима зубы режутся, и он хочет, чтобы я была рядом практически постоянно. И спит тоже... Там, даже если в коляске его надо постоянно качать, то есть не сядешь, даже видео не снимешь. Но у меня подготовлено уже видео, я уже написала, что я хочу сказать о двух таких достаточно серьезных видео, там подготовки мамы, грудного вскармливания, о коликах. В общем, я готовлю видео с обзором на нашу коляску, на наш стульчик. То есть у меня все-все уже есть в идеях, осталось только сесть и снять, еще уложиться, чтобы вы видели красиво, как меня постригли, покрасили. Вот, ну а пока я с Тимом, такая вся домашняя. И единственное, я успеваю учиться, пока он спит. А я в наушниках слушаю аудиолекции, читаю какие-то дополнительные материалы через телефон. Вот, ну и когда приходит муж домой, я стараюсь быстренько приготовить, что-то сделать по дому. Поэтому пока что вот так вот. Мы на небольшой паузе, практически прорезался один зуб, правый, да. Правый верхний зуб, правый нижний у нас тоже первый лес. И на подходе еще левый. То есть нам надо два зуба вырастить. И вот. И будет все хорошо. И снова я, в общем, включусь в процесс съемки видео. Ну, наверное, с сегодняшним влогом и все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.
Дубасик, Настя, скажи пока-пока. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Пока. Take me higher than a bird.